Главные железнодорожные ворота области начали реконструировать еще в 2016 году. За это время удалось привести в порядок цокольный этаж, где находятся пригородные кассы, и заменить кровлю центральной части здания. На сегодняшний день продолжается монтаж напольного покрытия и ремонт касс дальнего следования. С ходом модернизации комплекса ознакомился Сергей Морозов, а вместе с этим поздравил сотрудников вокзала с праздником – днем рождения компании РЖД и 180-летием отечественных железных дорог. Вашей замечательной компании, нашего крупного налогоплательщика. Спасибо вам огромное. Мы так вот поздоровались, но пробежали не в руки. Сейчас рассматривается вопрос строительства надземного перехода с эскалатором, который будет обеспечивать доступ ко второму и третьему путям. У нас подземный переход всего лишь на сегодняшний день только выход на вторую платформу. А на третью платформу выйти приходится обходить. И это неудобство очень, сказывается на людях. Но вопрос вот именно переход, который планируем по верху. Вот на сегодняшний день дана команда посмотреть все вопросы, даже вопросы чуть не проект сделать, чтобы именно посмотреть, какая стоимость, какая чего, и в 2018 году все это сделать. Помимо здания, изменениям будет подвержена и близлежащая территория. В скором времени на площади у вокзала появятся лавочки, урны и новое освещение, а дорожки выложат новой плиткой. Вот в эксплуатацию обновленного здания вокзала запланирован на начало ноября. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.